Но сегодня по календарю день мотоциклиста. В эти минуты возле Николаевского моста проходит тренировка байкеров. Наша София Романовская прямо сейчас находится на месте. София, тебе слово. Добрый день! Вечерний канал «Прима» сегодня не совсем вечерний. На улице просто прекрасная погода. И знаете, по солнцу даже нет такого ощущения, что на улице вечер, но действительно время уже к нему подходит. Мы решили поискать интересный досуг для красноярцев и гостей нашего города. И сегодня приехали посмотреть на тренировку с мотоциклами. Я здесь не одна. Со мной Дарья Копейкина, соорганизатор проекта «24 мото» Джим Хана. Здравствуйте. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что у вас здесь происходит? Так много мотоциклистов. Да, у нас 8-й год подряд, между прочим, уже происходит джимхана, мото-джимхана. Народ повышает уровень мастерства, народ учится чувствовать свой мотоцикл уже 8-й год подряд, еще раз повторюсь, 8 лет нам будет в этом году. Вот. Сегодня мы на Платинум-арене. Нам наконец-то, во-первых, хотим сказать огромное спасибо Александру Шестакову, который помог нам все-таки добиться какого-то своего местечка, а то мы были как это, как птички-синички, то там поклюем, то здесь поклюем. И наконец-то мы вот на месте, где мы, ну, нам рады. И... Приостановлю. А расскажите подробнее о себе, о своем проекте. Вот кто именно в тренировке участвует и какие это соревнования будут в будущем? Да, соревнования у нас пройдут 15 сентября, это уже в эту субботу, на острове Татышев. Могут участвовать любые мотоциклы, то есть у кого есть мотоцикл, у кого есть права. Здесь конкретно ребята участвуют на своих мотоциклах, которые они сами купили, либо одолжили, либо что-то. Они приезжают проверить, а могу ли я ездить, а умею ли я тормозить, и могу ли я ездить по дорогам общего пользования без проблем и без каких-то происшествий. Здесь мы нарабатываем навыки. Дарья, я правильно понимаю, что речь идет про какое-то прохождение препятствий в том числе? Да. То есть, как видим, у нас здесь много конусов. Это некие препятствия, то есть это там как будто бы открытый люк, либо кто-то выбежал на дорогу, и народ учится именно тормозить, либо наоборот объезжать. И соревнование у нас будет именно по объезду таких препятствий, но уже на время. То есть здесь мы учимся как правильно, а там уже на все деньги. Как вы думаете, кому могут быть интересны такие соревнования, в том числе людям, которые не катаются на мотоциклах? Ну и, соответственно, когда можно прийти посмотреть? Еще раз давайте эту информацию повторим. Кого приглашаете? Приглашаем абсолютно всех, и жителей города, и жителей края, вообще всех-всех-всех. Интересно будет всем. У нас там будет участвовать, выступать еще коллектив танцевальный, если интересны танцы. А вообще, это еще раз, остров Татышев. 12:00 открытие соревнований по дисциплине мото джимхана. А вход бесплатный или нужно? Вход абсолютно бесплатный. Единственное, если вы будете участвовать, то да, там организационный взнос, который нужно будет оплатить. Дату еще скажи. Дату? Суббота, 15 июня. В общем, если вы хотите попробовать адреналин, но боитесь сами садиться на мотоцикл, мне кажется, это отличный вариант, потому что я сейчас нахожусь в огромном окружении мотоциклистов и уже чувствую себя на драйве. На этом слово передаю. Обязательно приходите на соревнования.